Все началось в тот день. Теперь ты мой опекун? Рад знакомству. Ее имя? Тебя же Жон звать? Жозе. Жозе. То есть работать в этом доме? Прислушайся к требованиям Кумико. Не сиди сложа руки. Собери мне четырехлистный клевер. Она такая эгоистка. Посмотришь, ударю. Она своенравна. Ты чужак, просто уйди. Еще и импульсивна. Я заставлю ее заплакать. Но... Отведи меня туда. Отведи меня к океану. Она совсем одна. Ты счастливчик, можешь идти, куда вздумается. Там только ужасные чудовища. Мечта бы сбылась, но это всего лишь суеверие. Мечта? Ты ведь хочешь сама себя увидеть? Ты такой нахал для обычного смотрителя. Лето в 22 года наступает лишь раз. Он так долго стремился к своей мечте. Мечты — это мечты, а реальность — это реальность. У меня больше нет желания тянуться ни к чему. Не сдавайся так просто. Как ты можешь говорить подобное мне? Ты мне больше не по карману. Опекун, последнее задание для тебя. Я не смогу дотянуться. Никогда не могла. Она родилась. Почему взгляд такой грустный? Тебе никогда не понять. Это может быть первый и последний шанс. Прошу, отпусти Цинео. Прошу, помоги мне. Это не ради Жозе. Я сам хочу заботиться о ней. Это так неловко. Ничто не заставит меня бросить свою мечту. Или опустить руки. Ни тоска. Ничего. Даже мои чувства. Ничего. Даже боль, даже слезы. Ничего. Я так счастлива. Спасибо. Жозе, тигр и рыба. With you sitting by fire light.